Началось все, конечно, задолго до 1979-го. С тех самых пор, когда в рабочем поселке Видное появились первые дома, территорию, которую сейчас занимает Центральный парк, жители использовали для прогулок и активного времяпровождения. Там, где мы стоим, располагалась старая хоккейная коробка, были деревянные раздевалки. Вот там, где стоит Гулливер и наше здание, местным жителям используют футбольное поле дворового характера. И постепенно началось его благоустройство. Вот. Первым здесь, скажем так, этапом благоустройства была массовая высадка деревьев «Лемешка». Под чутким руководством главного видновского озеленителя Тимофея Лемешко пустырь со временем превратился в сквер. Свою лепту вносили и молодожены, которые после регистрации брака в Доме культуры шли сюда сажать деревья. Так и вырос парк. И только в 1979 году рядом с ним решили создать детский городок. О том, как это было, нашей съемочной группе рассказал бывший работник райкома партии, принимавший в возведении парка непосредственное участие. Идея эта была прежде всего председателя исполкома Видновского горсовета Георгия Васильевича Чиликидия, его заместителя, который курировал культуру, это Виктор Петрович Малахов, и, безусловно, заведующего отделом культуры Валерия Алексеевича Ионова, который, в общем-то, наверное, всю душу вложил вот в этот детский городок. Место для будущего парка выбирали недолго. Из предложенных вариантов Расторгуева, Березовая роща или сквер за Домом культуры последний показался всем наиболее оптимальным. В конце мая приступили к работам. Первым в будущем Центральном парке появилось колесо обозрения. Тогда кабинки больше напоминали строительные люльки, которые свободно раскачивались при движении колеса. Первыми спустя всего 2 месяца на новеньком колесе обозрения прокатились сами инициаторы стройки. Вот у этого колеса обозрения стоит Георгий Васильевич Чиликиди, Валерий Алексеевич Ионов, и я подхожу, поздоровались. Ничего так, это вдруг Георгий Васильевич говорит: ну что, сядем, прокатимся. Вот когда мы поднялись вот на самый верх, эта панорама открылась, она настолько захватила. Вы представляете, и мы в этот момент, наверное, мы все подумали, что, представляете, каждый горожанин, он вот поднявшись вот на этом колесе, он увидит свой город. Это было особое чувство. В августе 1979 года парк открыл свои двери для всех желающих. Посетители могли прокатиться на 6 аттракционах, среди которых были «Ромашка», «Лодочки», «Паровозики» и «Автодром». В 2004 году в детском городке провели капитальный ремонт всех аттракционов. Старых аттракционов практически ничего не осталось, но менялись фактически аттракцион на аттракцион по схожему содержанию. То есть сейчас у нас аттракцион «Орбита», до этого назывался «Ромашка». Колесо обозрения было заменено полностью, но на его том же самом месте. Сейчас Центральный парк – это 16 аттракционов, батутный городок, диггер-парк, контактный зоопарк, большая прогулочная зона с летней сценой и масса зелени. За это его и любят видновчане всех возрастов. Нравится то, что здесь много деревьев и, ну, грубо говоря, уголок природы такой небольшой в городе. Поэтому сюда и ходим. Для детей, в принципе, все есть. А для взрослых, я думаю, что здесь для взрослых особо ничего не нужно. Есть кафе, этого достаточно. Можно и с детьми погулять, и что-то перекусить. Развлечения вон внуку. Ну, в основном вы ради внука, да, папа? Ну да, конечно. Ну почему, и самому тоже интересно. Место очень хорошее. Хорошо, чисто. То есть, и опять же, благоустройство. То есть, очень замечательно. Центральный парк продолжает совершенствоваться. Появляются новые аттракционы, игровые зоны, обновляется оборудование, проводится текущий ремонт. За июль обновили краску на большинстве аттракционов, сейчас ремонтируют фонтан. Все работы завершат в августе, чтобы День города видновчане могли отметить в обновленном любимом парке. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.